Громко. Всем привет, с вами снова Макс, и сегодня мы с вами будем играть в игру по названию Hearthstone. Чё, прошло сколько? Неделя? Две? В прошлый раз я увидел то, что новая фракция появилась, Снежи, даже мы смогли топ-1 взять. Так что мы молодцы, и давайте сегодня продолжать. Вот. Сейчас, ну как обычно, где-то полтора часа, потому что в Hearthstone я играю, когда у меня есть немного свободного времени. Послушаем музыку, побомбим. Ну, побомблю, наверное, я. Может, вы от меня. Вот. И узнаем, что сегодня нам готовят. Так, звук работает? Не работает. Замечательно. Так, что у нас тут есть? Наносит себе 4 единицы урона. Кайф. Так, пассивный эффект после того, как вы берете 5 существ с боевым ключом. Угу. Слушай, баран неплох. Угу, а кто тут есть боевые механизмы? Так, фигня, свинообразы, элементали. Ёба. Подожди, а у меня же что-то есть? Кумен, здорово. Гадость. Так, по-моему, не от способности будем играть. Ну, посмотрим, что нам выпадает, но я чуть не помню, чтобы что-то действенное было. К сожалению. Здрасте. Акумат, а прикинь, к началу стрима ты пришел даже без оповещения. Как дела? 7 новых оппонентов. Так, получает присоединен кейс за каждого. Подожди, а есть же с боевым ключом вроде бы. Так, Ралкат. Так, ну давай. Слушай, я помню последний раз, когда я играл в Hearthstone, ты тоже был. На Hearthstone приходит. Ясно. Я там с работы на полчаса раньше сбежал. Без меня там ничего не произойдет. Удачи в сражении. Хорошо, пожарил мясо и картошку. Ну. В смысле, а там картошка с мясом или все отдельно? Там картошечка с лучком. Блин, я давно хрустящий, вот именно картошку чуть не готовил, даже как-то это захотелось. Представляете, хрустящая картошечка. Отдельно. У тебя хрустящая картошечка получилась. Ну, знаете, вот картошка с лучком и так далее. Я не знаю, я каждый раз жарю, может, картофель, конечно, не тот. Но оно так, типа не хрустящее получается, но оно обжаренное. Но я уже давно ничего такого жареного не готовлю. Там, картошку мне лень готовить, я только на какие-нибудь праздники, там еще что-нибудь, там салат приготовить или еще что-нибудь. Потому что, блин, долго чистить. Там рис просто взял, короче, типа фиганул, залил водой и так, все. И где-то 20-30 минут, пускай там на медленном огне готовится. Так что как-то так. Блин, элементали на самом деле хорошие. Блин. Не, ну вначале вот этого надо выяснить. Ладно, давай элементали. Угу, ну там 1-1 лучше, чем просто плюс 1 к здоровью. Когда вы кладете карту в руку, получаете плюс 1-1 к здоровью до конца хода. Так что, вкусно получилось? Вот, в последний раз я, по-моему, жарил картошку, я туда нашиковал чеснока, лучка, ну там, молотый перец, соль, все дела. Получилось прикольно. Да. Блин, даже захотелось поесть. А к этому, типа, этих огурчиков малосольных. Ну вот по поводу гарнира, не знаю, котлеты. О. Чтобы вообще обжарить картошку прям в кастрюле с кипящим маслом. Ну, кипящего масла, наверное, много надо. У тебя все отлично. Ну, это понятно. Типа, я там как картошку фри готовить знаю, ну, что-то как-то. Так, а что там парень огребает? Он попустил первый ход, что ли? О, поехало. Ты дичь всякая. Не, ну ты серьезно?
Подкинули, блин. Так, гадость, гадость, гадость. Ну ладно, танк улучшаем пока что. Блин, мне это, ну, этот не нравится, у меня карт мало. Так, и торт съел. Сурово. Не, ну, приятного аппетита. Чё за торт? Блин, ты что-то там круто ешь, а? Здорово, Андрей. Здорово, слышал, да, Андрей? Слышал, слышал. Только потом не говори, что я не поздоровался. Чё, блин, элементально как грибать начать? Ты не поздоровался. Ща я тебя не поздороваюсь. У тебя все отлично складывается. У тебя чё, Андрей, как дела? Блин, ну вот мне бы хоть когда-нибудь он вовремя упадал. Черт. Блин, он забафить его успел. Черт. Карт не хватает. Так. Давай. А, ну, кстати, выпал. Все в порядке? Отлично. Теперь можно призывать существ помощнее. Норм. А, блин, ты его бафнул. Да зачем? Мясо сначала тушил, потом пожарил, потом тушил в соевом соусе молоке. Хрена себе. Подожди, я нахрена молоко? Вот что-то рецепта с молоком таких не помню. Я знаю то, что можно для пасты там со сливками готовить. Вот, к примеру, берешь красную рыбу, там ее режешь, короче, чесночком обжариваешь, потом заливаешь этим сливками. Прикольно. Вот. Не помню, как называется такая паста, но вот есть. Если не брать в расчет общения со мной, то все. Что тебе опять не нравится, Андрей, а? Мне кажется, ты хочешь дропнуть в War Thunder. Я использую, чтобы разбавить свой соус. А, тебе не нравится соевый соус? По вкусу. Может, тебе более слабый надо брать? Не знаю, мне очень нравится соевый соус. Блин, я так суши хочу, блин. Вот сейчас общаемся, я есть хочу. Я хочу сходить... Какие нахрен мастера снежков, блин? Да, блин, ему хватило. Ёба! Все очень плохо. Подожди, а что за... Случайный механизм. А, подожди, у него перерождение-то есть. Чё-то нельзя дропнуть. Ты что, лучше уже дропнуть? Андрей, а зачем ты дропнул? Когда ваше существо... А, подожди, это нежить. Выглядит как элементаль. А, во! Считаю, что Эрнибоб получает плюс один. Во-во-во-во-во-во! Ну, кстати, как боевой клич, что идет. Неплохая тема. Да ты серьезно, че за на? Так, ну ладно, вот тут двух элементалей получим, в принципе. Сойдут смоги. Уж это верно. Блин, усилит. Подожди, ты его уже дважды бафнул. Ух, хрен. Давайте смогера возьмем. Этот. Гораздо сильнее всех пробафает. Ну, я вот так вот. Не, даже вот так вот. Вот так вот. Элементаль скверный. Так, короче, я ушел придумать. А, опять кинул. Просто я так желаю, чтобы... Так, я так желаю, чтобы был не сильный вкус его. Просто у меня был лишь такой свой вкус. Понятно. Ну ладно. Да я так. Это типа, неукоризненно было. Оу! Блин, ну на таверне надо более круто что-то находить. В смог. Так, ну, типа, это, конечно, хорошо, но, блин, игра мне еще... Мне
Вихрь нужен, допустим. Вихря надо бы уже начать улучшать. Типа, слышишь? Слышь? Так, еще двоих с боевым ключом. Я даже не знаю, его бран, наверное, продавать буду. Всем привет! С полей сражений! Ебан! Ну ладно. Акумата, рассказывай еще о каких-то интересных своих кулинарных подвигах. Уверен, у тебя их много. Короче, не выдержал, купил себе персонажа в ДБД. Кого? А что не выдержал? А что тебе старые не понравились? Или... А, или подожди, там есть вообще навсегда заблокированные? Или там только скины? Если есть персонаж, который навсегда заблокированный? Даже не знаю, фигня какая-то. Фига у него там лучше. Ага, нормально барьер. Тем, чем надо, снесли. Хотя, блин, у меня только одна карта делает, блин. Хе-хе-хе, мы даже не добили. А, какая гадость. Писец. Жесть. Хрена он его там улучшает. Ну, вот это тоже годится, на самом деле. Чем, подожди. Мне нравится ход твоих мыслей. Угу, еще обновления бесплатным были. Были. Оу. Кто вышел? Так, ну... от смогера можно избавиться, в принципе. Хотя, с другой стороны, 5-5, это вопрос о боевой клик. Да, нормально, типа, улучшаться буду. Угу. Блин, подождите, а реально четвертый таверн снесли? Он раньше не на пятый разве был? Хрена. Да, ваш элементаль получает прибавку характеристик, отличает с 1-1. Так, ну у меня есть несколько способов прибавления характеристик. Так что, типа, неплохо. А, подожди, смогер же боевой ключ еще был. Персонажа надо еще покупать, купил маньяка-рыцарь. Что за маньяк-рыцарь? Че в нем хорошего? В прошлом готовил панакоту, фига себе, там же сыр нужен. По-моему, для панакоты же этот сыр маскарпоне нужен. Я ж правильно помню? В прошлом я тоже как-то пытался, но, по-моему, у меня что-то... типа кубики получились там из сыра. Не получилось нормально размешать. А, блин. Тут вообще парень для вон. За нападение. Это нападение. А где я нахрена этого в боку? Так, я на каком месте там, посередине? О, вернулось оно. Ага, так, пятерик. Ну, в принципе, конечно, карты хорошие. Когда разыгрывают элементали, я бы... ну, типа, временно вот Номи вывести. То есть вот этих вот двоих заменить. Ну, не, одного из них только заменить. Да, сойдет. Я думаю, сойдет. Так, ну ты трешку получил? Да, да, все, сейчас. Парень вообще будет нормально качаться. Еще готовил торт зебра. Что-то знакомое, сейчас подожди, торт зебра. Я не помню, чтоб торты готовил, но я много пирогов готовил.
Ну, в принципе, я готовил кекс, который торт Вулкан, что ли, или Килиманджаро, по-моему, Килиманджаро. Торт. Ну, это на кукинг-стриме было, но это было из, ну, относительно готовых продуктов. То есть мне к подарок, когда я заказывал еду, привезли, короче, коробочки, которые были. Торт зебра. А, нифига, прикольно. Не, такой, такой не готовил, он выглядит прикольно. Прикольно. Давай посмотрим. А, блин, а кому-то вихрь достался. Нормально сдержал. Блин, не сдержал. Блин, мы что, проигрываем? Блин, мы проигрываем. Вот дичь, а. Жесть, притом очень серьезно. Читеры. Обидно, что звездец. Нет, так, подожди, тебя надо вывести. Тебя избавимся? Так. Ну да, я сейчас. Блин, еще один вышел. Блин, на блаворк существ выводить. Я что-то тупанул. Ну ладно, вот этот мужик тоже пригодится. Блин, да, три потенциальных триплета и ни один не собран. Что такое? Игра, опять читуешь, да? Блин, я сейчас первым местом сражаюсь. Все, прощайте. Прощайте, братцы. Характеристики улучшены. Блин, там... Разыгрывать элементали, элементали в таверне. Да, элементали в таверне Боба. Ну, сейчас времени на эти, по-моему, пригодится. Блин, ну чё такая жопа? Но он, по-моему, всем лупил. На 8, на 9. Все, это плохой знак. Рыцарь способность призывать стражи, которые атакуют, видимо, выживших. Также стражи надо делать им разметочку, куда надо идти. Ну, рыцарь на контроль карт. Ладно. Интересно. Звучит неплохо. Удачи в сражении. А нахрена номи у меня там в конце стоит? Ну да, я там золотой, блин, барьер сделал. Да, мои огненные вообще ни хрена не работают. Не. Да все, это хана, блин. Он на мульти эту настроился. Да кого ты бьешь, блин? Право бей! О, нормально. Да не, все равно улетаем. Читеры! Вот я вижу читер-донатер. Вот у человека все донатное, поэтому его подкидывают. Понятно все с вами. Ууу, читеры. Да блин, вот это что за несобранные триплеты, а? Играй, что за говно? О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Вы ща охренели? Мы в дерьме, ёпта! Что такое игра? Это типа этот... Возвратка, то что я топ-1 взял. Да ты это, там это, не наглей. Давай, короче, подкидывай карт. Сейчас на скиллухе обойдем всех. Так, бананорама плюс 2. Либо сделать существо золотым. Существо золотым? Идея неплохая. Давай. Ну, один раз, да? Триплет на меня. Тебе понравился фильм «Такси»? Да, он прикольный. Ну, который вот это вот, скажем так. Не, первые два вообще классные. Третий, четвертый, в принципе, тоже хороши. Семь новых оппонентов. Вот, а... Начнем? Пятая часть.
Это такая лютая дичь. Может, это существо. Ну, посмотрим, если наоборот получится сделать. Я, короче, вообще пятую часть посмотрел случайно. Я ее не хотел смотреть. Лажу, короче, по ВКонтакту. И такое, типа, написано такси, я такой думаю. А, такси, типа, наверное, там этот. Трейлер. Ну, мне даже, по-моему, показалось, что написано было трейлер такси. Такое, включаю его, смотрю, там начинается он как-то странно. И в какой-то момент я понимаю, что я уже смотрю его минут 20. Я думаю, какой-то долгий трейлер. Ну ладно, может быть, не так это было. Ну, короче, я фильм посмотрел, думал, что включил трейлер. Так что это... Все, что стоит говорить о моей внимательности. Час пик, класс. Час пик, первый хороший, второй хороший. Вот третий что-то, по-моему, спорный был. Не, ну, в принципе, фильмы с Джеки Чаном очень хорошие. Это, конечно, голливудские, я считаю, голливудские не самые лучшие его фильмы. Но их прикольно смотреть. Мне нравятся его фильмы больше, когда он в гонконгской студии снимался. Там они, ну это там, «Доспехи бога», «Закусочные на колесах», «Городской охотник», вот эти вот. Они просто как-то подинамичнее и какими-то самобытными кажутся. Кстати, кто я очень классный фильм. Еще не поздно переломить ход битвы. Ну вот. А час пик? Вроде бы еще один собираются выпустить. Иностранец. Да, я смотрел «Иностранец». Это где он старый, да? Или подожди, или «Иностранец» это какой? Сейчас, подожди, я попытаюсь вспомнить. Ща. Так, давай разыгрывается, что-то с боевым кличем, вообще плюс 1-1. Так, понятно. Так, набираем. Да, старый. Блин, а! Я вспомню, я перепутал с фильмом «Шпион». Да, я смотрел, где старый. Слушай, не знаю, типа, ну, такое, знаешь, просто фильм. Типа, приятно, конечно, Джеки было увидеть, но... Не знаю, я не оценил, он выглядит какой-то, ну... Я не зацепился, короче. Не знаю, что сказать. Просто там не было чего-то такого, чтобы меня бы отпугнуло от фильма, и не было то, чтобы, типа, привело бы меня к ним. Ща такая? Да, блин, читует картами, эй! Да кого ты бьешь? Даю. Избивает меня. Сейчас в самый низ, короче, поедем. Так, дайте уже свинообраза нормального. Слушайте, я говорю, нормального свинообраза. Ну, типа, сойдет. Согласен, от таких надо избавляться. Вот тебе золотость. Давай, барьер будем поддерживать таким образом. Так, ну блин, нужен свинообраз, который позволит мне получать кровавого самоцвета. Так, играю. Давай, короче, завязывай щитами. Свинообразный. Ты вернулся? Андрей, тебя больше 16 минут не было. Тебя не было, Андрей? 18 минут? Слушай, Андрей, типа тут мне Акумото один фильм напомнил, «Иностранец». Ты не смотрел его? Который, типа, с этим Джеки Чаном. Подожди, а как назывался фильм с Джонни Деппом, где он, типа, забыл, кто он? Они еще с Анджелиной Джоли там играли. Не уйти обратно. Куда ты там ходишь, Андрей? Возвращение. Как оно там? Все в порядке? Да, блин, подкидывают что-то, типа, свинообразу. Какого-то низкого уровня. Что это такое, блин? Нет, не смотрел. А, ты же, по-моему, вообще фильмы Джеки Чаном не любишь. Паука именно Андрея. Или ты любишь? Я не помню, ты, по-моему, говорил, то, что тебе не нравится.
Ладно, Акумото. Какие твои любимые фильмы с Джеки Чаном? «Пираты Карибского моря», 1200 и «Сыновить все Кариб...» Чего? Андрей, ты куда ходил? Скажи мне, пожалуйста. Блин, я опять с ней сражаюсь. Да сколько можно, блин? Ужас. Сколько у нее там существ? Подожди, у нее тоже свинообразы. Так, слышишь, свинообразы подала? А, ну да, у нее нормальные свинообразы. Ну, конечно. Ну ладно, побеждаю. Вот отдали бы вот этого свинообраза, блин. War Thunder. Да, конечно, War Thunder он ходил. Чё за пираты Карибского моря? Чем ты вообще? Писец, что за хрень опять подсунули? Но если я их объединить смогу, то это, конечно, круто будет. Что, по сторонам получают бонус. 5-2 висящих триплета. Не, ну вот этих продавать не надо, надо, с них не нужен триплет мне. Так что, Андрей, сознавайся! Сознавайся! Торт зебра. Сейчас пик иностранец вокруг света за 80 дней. Серьезно? Ну вот тебе больше голливудские нравятся, да? Понятно с вами. Фига. Так, этому тоже мстя пришла. Сейчас вся отомстит. Так, шестерка, девятка. Так, ты чё? Сказал, существо с провокацией погибает, получит кровосмысл. Ну, в принципе, можно. Так, давай. Ну, мы так, нормально. Того самоцвета, короче, все эти бафы. Как можно. Так, ну, кровать самоцвет за вот этого будем получать. Установитель обломков острогривов. Другие не видел? Серьезно, ты другие не видел? Блин. Слушай, а тебе смокинг не нравится? Он же тоже голливудский, в принципе. Смокинг вроде прикольный. Ну посмотри как-нибудь старый. Вот именно, по-моему, студия называется Golden Harvest. Вот, вот их, то есть там городского охотника, да, полицейскую историю. Что там еще? Ну, пьяного мастера, в принципе, можно. Потом есть операция А. Две части. Кто я? Вот мне кажется, один из лучших фильмов Джеки Чана это типа «Кто я?». Что-то еще забыл. Сейчас ходу что-то не вспомню. Ну там типа их дофига. Так, держи, не сбавляй оборот. О, слушай, подожди, есть еще голливудский типа этот «Шанхайский полдень». What the hell? Нам барьер сбивает! Да ты не... Ты писец, читер! Капец, все, хана. Че?
Как же ему повезло? Бля, 13 уран! Да ты охренел! Так, тащите ему кто-нибудь. О, хоть этот выпал. Чтобы применять кого-то самоцвет к этому существу, одного существа каждого типа. Ладно, как свинообраз пригодишься. Оу. Так. Тебя надо продавать. Так. Сюда. Так, есть кого улучшать, но не эта карта, которую мы золотую будем делать. У меня места нет. Я только что самоцвет просрал, да? О! Романа, есть кого взять? Так, мы сейчас неплохо поднялись. Слушай, давай еще парочку накинем. Блин, дышер нужен. Кто ты? Ответ очевиден, пес. Андрей, ты пес. А последний Ронин смотрел? Это с Киану Ризом, который? Не, по-моему, там 13 самураев был. Не, не 13 самураев. Последний самурай. Слушай, не уверен, мне кажется, не смотрел. Это чей фильм? Очень, ой, очень плохо. Да кого ты бьешь? Это тоже читер, донатеры, блин. Надонатят потом, а им все подкидывают. Только что неправильно поступил. Давайте вот так и сделаем. Тебя уводить надо. Угу. Вот так вот. Это позволит дополнить самоцветы брать, да и сейчас. Улучшалка пойдет. Вот такой. В главной роли Том Круз. Слушай, ну это вроде старый фильм. Не, я вроде не видел. Ты не самурай. Я, мне кажется, я трейлер его видел. И вроде бы даже по телевизору его показывали, но в те времена я уже перестал смотреть телевизор. Снежный и... Самурай. А, ну да, 2003 точно. Не знаю, что-то как-то этот... Отошел я. И Андрей со своей этой шуткой завязывай. Удачи в сражении. Так, что у нас тут? Понятно. Вот так растратил. Если не убил. Так кого вы бьете, а? Это писец. А, просто все неправильные атаки. Вот что это? Блин, на кого-то сейчас, блин, налетел. Ну ладно, победили. Свои существа постарались на славу. Нет. Так, тут я все-таки буду выбирать, кого брать. Ну вот. Я всегда говорил. Ну да, парень. Крут. Так, сейчас подождите. Сильно торопиться не буду. Может, кого-нибудь еще выйдет. Да, вы кладете карту в руку, получите плюс 1-1 для здоровья до конца хода. Подождите, до конца хода. Хрень. Так, элементаль Мурлок. Угу.
Понятно, так. Давай тебя возьмем. Мне нравится ход твоих мыслей. Ну, самоцветом больше можно получать. Так, свинобраз Нага, когда он применяет заклинание к этому существу, оно получает яд до, до конца следующего хода. Фигня какая. Фигня. Так, ладно, давайте самоцвет уже накидывать, потому что хп мало. Нагребать не хочется, и это, в принципе, хорошая карта. Не та, конечно, до которой я расти хотел, но сойдет. Оттень смотрел. 2018, подожди, тень 2018. Я, по-моему, какой-то другой фильм тень смотрел. Так, тихо. Тень. Фильм. 2018. Прошу прощения, весь пол в шелухе от арахиса. Не гости, а поросята. Не знаю. Я, скорее всего, не видел. Ты что, он типа хороший? Чем там, парни? Да, блин, с ядом бей! А, он типа забрал... А, он забирает у него способность, я еще как-то даже не вкурил. Да, блин, не добили. Молодец. Андрей, сколько тебя раз спросить, завязывай с этой шуткой. Так, да. Говорил, чем больше, тем веселее. Так. Так. Все кайдич. На. Странный набор карт. Динамичный дуэт. Так, давайте мне триплет надо заполнить. Рюат, ехали. За что существа любят мою таверну? Так, давайте я сюда. Ты не должен погибать, пока всех танков не отфигачит. Так, держать, не сбавляй оборот. Оба-на! Я вижу проблемы. Ай, блин, ну барьер на такое говно, блин, срать. Да, писец. Писец! Ну почему он так проатаковал? Нэм. Обидно, обидно. Что-то типа победы не будет. Вот это уже разговор. Например, просто мысли к этому существу, все остальные ваши существа. Блин, вот до конца хода это такая дичь. Надо же, кого подкинули. Предсмертные хрипы. Угу. Все печально, я скажу вам. Все печально. Где, блин, этот свинообраз, который всех бафает? Так, ты чё, как там? Ну, нагребал. Так что, в принципе, есть шанс. Есть шанс. Ding ding ding.
Так, у нас Мурло там представлено, да? Рыбный повар. Я больше всего... Так, я больше всего типа серии коллекции скажу. Я больше всего по типу... Подожди, что ты имеешь в виду? У тебя все отлично складывается. У меня отлично складывается, меня уничтожают. Читеры-донатеры. Ну да, он опять просрал барьер, блин, какое-то говно. Ну тут хотя бы типа барьер сняли. Да писец просто. Где так набрать успели? Подстава. О, видите, читеры-донатеры что творят? Я так свои способности применил, потому что кому-то все подкидывает. Мне вот какую-то хрень. Ну ладно, не все, я бы не сказал, что у него крутое что-то было, но типа. Опять же, у меня не было большинство карт, которые хотелось бы иметь. Нас сражается 8 игроков, быть четверки лучших — это победа. Победа, блин. Че, на скиллухе, короче, порвем. Так, что есть? Ты че, дает 2 к атаке к следующему существу, которое вы завербуете. Там с барьерами неплохая тема. Ну, давай. В принципе, повышать атаку для каких-то существ это неплохо. Какие-нибудь элементали, кстати, неплохо могут выступить на вот этом. Подожди, блин, это еще за бабки. А можно за бесплатно? Элементали вообще есть? Элементали нет. Так, демоны, драконы, механизмы, нежить, свинообразы. Давай, драконы. Больше всего классическим мультфильмом Дисней не смотрел. Я больше всего классических мультфильмов Диснея не смотрю. То есть ты диснеевские не видел, то есть там всякие там Король Лев, Русалочку, да. Ты вот это имеешь в виду. Или ты не видел остальные, кроме диснеевских? А чё диснеевские не посмотрел? Плюс один за каждого дракона. Раньше он удваивал, и там что-то типа просто этим драконом накидывали. Так, не обращай внимания, вы ничего не слышите. Так. Блин, выходные начинаются. У кого какие планы на выходные? Я еще что-то крутое. Как у вас там? Погода минус, плюс. Кажется, ты идешь к победе. Че, блин, он сразу палец. Да. Слышь, читер, донатер, а? Ты даже походить не успел. Вот где ты был до этого? Не самое сильное существо, но... посмотрим, может, что-нибудь найдем. Ну, разобраться, что... Ну, это мутлый дракон. Ну, ключом-то что-то отдельное может быть. Ну, это, кстати, с боевым ключом. Я хочу еще раз, чтобы обновилось. Улучшается каждый ход. Плюс 4 к атаке. Жарду. Погода плюс-минус.
типа ночью плюс, днем минус. У тебя все отлично складывается. Ой, ты где так дебафнуть успела, блин? Жесть, просто жесть. Все нам после когда обновились, что-то, да, типа, провокации всякие. Понятно, понятно. 5-4. Поражение делает тебя сильнее. Так, мы там драконов набираем. Может, может на, неж, на нежит спекнуться. Типа так, резко в нежить. +1-2 Короче, типа, как начать огребать сейчас? Краткий гайд. Так, а следующий? Давай. Просто. Провокация перерождения пригодится. Да я что-то просто уже давно хотел, типа, вот этих вечных рыцарей и попытаться собрать, но что-то тут пока что вижу, как огребаю. Так, держи. Походу, не соберу. Так. Ну да, недолго он протянул. Короче, у меня был диск Disney мультколлекция 1955 года. И там много чего было, в плохом качестве, что ли? Давай, вечный рыцарь, будем тебя набирать. Получи плюс 1-1 за каждого вечного рыцаря, погибшего в течение матча. В нормальном качестве? А сколько там мультов? Это Blu-ray был? Типа, я не знаю, ну может на Blu-ray еще поместится, но поскольку... А, подожди, коллекция 1935 года, а что там может быть, какая-нибудь Белоснежка? Не, ну, наверное, полнометражные были диснеевские, не думаю, что там сериал какие-нибудь. Потому что про Микки Мауса там 5 миллиардов, наверное, каких-то серий. Я уже пересекался с Лигой Зла. Мерзкий тип. Писец, где... А, я примерно понимаю, где он такой атак не был. Я меня убиваю, да что это такое? Ужас. Полнометражки. Полнометражки, если что, слитно пишется. Может, это существо решит исход сражения. Так. Не придираюсь, но... Так, держу курс. Типа полный метр. Ну, полнометражка это вообще, типа, не полноценное слово, но вроде бы оно слитно. Я не думаю, что в толковом словаре оно есть. Но, типа, это полный метр. Полный метраж. Полнометражка. Блин, есть ли такое слово, или это все-таки такое? Полнометражка. Полнометражка, Вики-словарь, давай. Угу, существительный неодушевленный женский род. Ага, хорошо, корень. О, угу. Ну там два корня, хорошо, разговорный. Полнометражный фильм. Ну это разговорный. Ну да, это разговорное слово, которое типа, не является каким русским словом. Это правильно говорить ошибки полнометражки. Так. Я просто обычно этим не занимаюсь, но тут забавно. Удачи, блин, ну влево надо было поставить, хотя я, наверное, все равно гребем.
Ты че нам всех драконов пособирали, блин? Опять отходит. Ты че творишь? Ну хоть кого-то там уничтожали. Капец, блин. Слышь, понабирают говна. Ладно, я опять токсичный начинаю. А так ему надо. Возвращение. Как оно там? Все в порядке? Не, ты вообще видел, что ты мне выдаешь и что я им выдаешь? Вообще звездец. Предсмертные хрипы. Бля, вот по поводу Ривенделла это интересно. Давай посмотрим. Да работает оно на перерождение или нет? Это предсмертные хрипы только срабатывают. Что там дает? 2-4. Да волна он двоим, там 2-4. Вечный легион. Давай сюда, там так есть, как у бафы. Пойдешь впереди планеты всей. Блин, если предсмертные хрипы будут срабатывать дважды, я вообще охренеть же буду. Ну, то есть, типа, не предсмертные хрипы эти. Ты мне что, являешься мне? Появил рыцарь смерти, а тут? Вот, если перерождения будут считаться предсмертным хрипом, то, по идее, можно так назвать, а можно и не назвать. То будет, бля. Блин, ну у меня получается эндришные выходные будут, потому что будет Baldur's Gate в субботу, а потом Pathfinder, а потом будет Divinity Original Sin, скорее всего, опять Baldur's Gate. У меня опять там забафал, блин. Не работает. Это информация. Бля, он тут дважды, по-моему, нет? Бля, алый страх сработал дважды. А! Подожди, а у него есть перерождение и предсмертный хрип. А, тут нормально. Да, у тебя есть предсмертный хрип. Все в порядке? Там есть существа, которые отдыхают, мы бонус мы получаем, типа. О! Бля, хрен его знает. Ну, давайте тебя возьмем. Слава Нерзу! Надо уже начать, типа, какую способность, что ли, нажимать, не знаю. Так, слоу. Просто, ну, я не привык к таким способностям. Я хрена его взял. Мне вообще всякую дичь что-то сегодня подсовывают. Так, а мы. А кто мы? О, блядь. Третье с конца место. Ей. В топ-1 с конца. Давайте. Полетели. Прошу прощения. Весь пол в шелухе на ноги. Андрей, ты же сказал, тебе от меня ничего не надо. Какую у тебя там просьбу надо? Да в смысле, а чё ты его решил проатаковать? Как будто знает, кого убить, блин. Ну, я понятно, его перерождение. Его перерождение вообще достал. Я бы хотел сыграть безумный Макс. Разве хорошая игра? Ну, не знаю, что там слышал, и всё. И больше ничего. Угу.
четвертый, вернее, Боба плюс один получает, что, в принципе, хороший вариант для будущих покупных существ. Угу. Выспись и отдохни. Андрей, я из-за тебя сегодня не высплюсь. Так что не надо мне. У меня есть расписание. Все. Единственный, кто его сбивает, это ты. Так, ну давайте, поехали. Поехали. Сейчас покажу. Подожди, кто-то из вас в прошлом раунде не сдох, да? Там охренели? Подожди, с Ривенделлом будет неплохо. Есть одна карта, которая призывает кучу этих рыцарей. Если получится много. Как ты его... Как я тебе его сбиваю? А ты не знаешь, как ты меня сбиваешь? Ты заставляешь меня играть ночью с тобой, Андрей. Что это? Типа, объясни мне. Вот, а по поводу безумного... Я что-то помню, как-то смотрел то ли видео по безумному Максу, то ли еще что-то, и что-то как-то меня игра не зацепила. Но я не помню, блин, о чем оно, поэтому не могу точно сказать. А-а-а. Угу. Поставьте его в покое. Ага. Да блин, они скелетов установить не могут. Хоть одного бы убили. Сеструха сказала, что если ехать со скоростью 50 км в час, то уедешь на 50 км всего за 1 час. Не, вроде убьют. Ее, они убили одного скелета. Бонус. Ей. Так. Что мы хотим? Что мы хотим? Наверное, хотим таверну повысить. Надо прорваться на более высокую таверну и там найти. Что-нибудь. Блин, у меня какой-то странный набор существ. Но с Вечным Легионом реально есть проблема, то что все-таки существа, ну, которые, не знаю, там этот ком называют или еще что-то, они могут быстро набрать нужное количество силы. Сейчас посмотрим. Предсмертные хрипы через Гривенделла. Ты меня ничего не заставляешь? Андрей, пожалуйста, вспомни, сколько раз ты, типа, ты вот просто требовал, вот как я это говорю. Много раз, когда ты меня пытаешься убедить в чем-то, что в какой-то момент я сдаюсь, поэтому ты заставляешь. Ты знаешь, что, типа, ты, когда мне предложил сыграть в War Thunder, я согласился не сразу. И причина, почему я согласился, была в том, что ты меня заебывал этим. Никому не говори. Вот. Но я болею. Так что считай это как хочешь, я считаю, что ты меня заставляешь. Барьер получит, на-на-на-на. Бонусы. Считай, я тут серьезно огребаю. Хрена себе, блин. Ну, у него герой хороший. Блин, вот по сравнению с моим, у него хороший герой. Жесть. Ну, то есть, я тут просто на героя слил. А я еще первый вылетел. Ну, ты игра просто охренела, я считаю. Ну, может, я его неправильно использую, конечно, своего героя, но я просто не знаю, как его можно использовать правильно. Хорошо, ну, блин, с атакой. Кто с атакой хорош? Ну, на барьеры только. И все. Элементали, вот. Механизмы элементали. Но я хороших механизмов что-то не видел. Демона дракона на генерации. Ну, посмотрим.
И в кишку. Может, дельно что-нибудь выпадет. А так будем огребать с самого начала. Жесть. Что, у нас еще полчаса? Ну, если хорошо зайдет, то... Это катка последняя будет. Это что такое? Ну что? Что с тобой какой случилось? Красавец, бродяга, Рено. Ёба. Ну, типа, я ничего не могу сделать, у меня денег нет. Подожди. Первые два хода пропускаешь, а потом получаешь, типа, существ разного тигра. Ну, посмотрим, что там выпадет. По-хорошему... Но нежить все равно хорошая, типа, хороший выбор. Демоны не уверен. Хотя... Да нет, там все нормально, сейчас посмотрим, что будет попадать. А ты получаешь с двумя существами... А, наверное, третьего уровня. Блин, я даже не помню. Драконы, вот реально для такого роста, типа там две карты для драконов этого второго уровня неплохие. У нежити третьего я не помню, что есть. Зверьё вроде бы норм есть. Мне, по-моему, намекает, что надо драконов брать. А, я за ФКшку там же отстаю еще на один раунд, да? По идее. Ну, то есть я сейчас же не повышаю, значит буду позже повышать. Но если мы повысим два раза подряд, то мы будем впереди. И сразу существ третьего уровня сможем покупать. План вроде бы нормальный. Блин, я за него играть не умею. Играл, наверное, раза два. И то, наверное, сливал постоянно. У тебя все отлично складывается. Ну давай, посмотрим, чё. Угу, янтарный страж. Ну да, драконы. А чё? Провокация в начале вашего хода, погибший в прошлом бою получает плюс 1-1. Ну это хороша, если её не убьют. Но другой дракон получает бонус. Не стесняйся. Найми кого. Вечный рыцарь. Так, что будет 6? Ну да. Повышать надо. Личный доктор. Ну, типа личный. Впрочем, Макс, я тебя заставлять играть со мной больше. Сражение в самом разгаре. А, ты вот так улучшаешь их? Охренеть. Слушай, это неплохо. Можно призывать существ помощи. На самого себя я накидывать не умею, да? Блин. Только же вообще охренеть. Ну и все это навсегда. Где ты была, блин, сумасшедшая? Так, Андрей, пожалуйста, успокойся. Ты надоел, Андрей. Мы тут на днях договаривались с тобой больше, типа, этот, не ругаться. И вот мне кажется, ты вот прямыми действиями хочешь поругаться. Что хватит, Андрей? Ты вот опять начинаешь раздражать и бесить. Кровавая пелена, Андрей, помнишь? Кровавая пелена. Не усугубляй обстановку. Ну, Андрей, типа, а мне приходится ее говорить, потому что либо я буду на тебя ругаться, либо говорить спокойно.
Потому что, Андрей, наверное, она должна это сказать, что ты опять, типа, перегибаешь палку. Где они столько существ понабрали, я не понимаю, сколько ходов я пропустил. Все, да, вообще никого не убил. У нас существо каждый тип получает какой-то блок атаки. Так, ниже пирай продается на один. Ну блин, это должны погибнуть. Ну ладно, давай вурдалака. Я думаю, нормально будет. Каждое существо каждого типа. Блин, нет, не такое. Андрей! Хорошо. Давай я посмотрю, как на это смотришь ты. Скажи мне, Андрей, тем то, что ты мне вторую неделю трахаешь мозг, с тем то, чтобы мы ночью, когда я тебе говорю, Андрей, я не люблю играть ночью, я засыпать буду, у меня собьется режим, то есть я буду страдать от этого на следующий день. Ты меня продолжаешь убеждать, и тут это было как требование, что вот мы играем в War Thunder. Я согласился, хорошо. Как ты это называешь? Вот давай, я хочу вот с твоей стороны это увидеть. Как ты называешь такую ситуацию? Я, к примеру, согласен, что я заставляю тебя играть в Absolver. Вот это я согласен. Потому что ты не хочешь в него играть. Но по моим требованиям мы в него играем. Улучшил дракона. Эй, фига, еще всех победили. Блин, так хочу повысить. Хрен с ним, давай. Надо вперед прорываться. Пендаль. Оно жахни. Так, неж, боевой ключ, ваше существо неж получает плюс 2-7, ёба. Звучит неплохо. Как минимум. Жахни, пендаль. Сейчас жахнем, Акумото. Сейчас жахнем. Блин, а я же упустил этих скелетов, да? Блин, вообще через смерть. Блин, вот это прикольные танки, на самом деле, мне кажется. То есть они в любом случае погибнут. То, что доктор прописал. Ты еще можешь отыграться. У меня замечательный дракон, блин. Так, ну мы атаку повышаем, нормально. Те, кто надо, типа, погибли. Блин, забавная вот эта тема с донежкой. Ну, как раз. Так. Ладно, ладно. Хватит с повышения, а то я что-то разошелся. Давай улучшим тебя. Ну, у меня нет с перерождениями. Так, выбранное существо получит 6 здоровья и провокацию. Наверное, тут мне никто не нужен. Блин, я чуть не знаю, какая дичь. Погибшая в течение матча. Ба-ба-ба-ба-ба.
Серьезно. Еще одну банш. Блин, что-то какой-то странный набор нежити выпадает. О, мы как раз следующим ходом повышаем таверну. Так, а там у всех... А, да, четверка. Даже ТУ у кого-то третий. Пятая есть! Мужик, ты там вообще играл? Подожди, а что, я одно существо купил только? Ёба, из 9 монет, а остальные 6 я промотал, что ли? Просто гениально. Никому не говори, но я болею. Блин, почему он себя бафнуть может? Угу. Давай, держать, блин. Типа вот эти вот барьеры налетевшие, гады. Артём вроде выиграл, выдавился. Андрей, смотри. Я тебе уже много раз говорил этой своей фразой. Ты, типа, начинаешь меня тоже раздражать. Из-за чего я тебе хочу сказать, что ты можешь туда идти. Так, ну давайте улучшим. Давайте я лучше. Типа, все закидывать в одного, это, наверное, не самый удачный мысль. Блин, у меня два потенциальных триплета, это не очень хорошо. Так, хотите, я смотреть не смогу. А. Ладно, Андрей, извини. Вот видишь, меня как фраза вот эта вот, типа, бесит. Что я даже не замечаю. А я грусть, потому что вот эта вот фраза, вот то, что буду смотреть. Надо начинать. Макс, так как ты мой любимый друг сегодня не стримишь, у тебя будет ДНД, я пойду Артема смотреть. И классно, что он есть. Ладно, Андрей, извини. Типа, кровавая пелена! Мне лишь бы агрит. О чем будет стримить? По идее, сегодня Vice City? Нет. Блин, вот с ними... Блин, где эти скелеты, когда они нужны, блин, которые задыхать должны? С мечами или скелеты? Вообще, блин, топовая тема. Лягуха не убили! О, Брана, нормально, вовремя. Только у меня больше сильных карт нет. Ровно 6! Ха-ха! Ничья. Блин, жесть. Месть навсегда получает 1-1. Это... Блин, ты же вылетел. Жи. Разве он... А, не-не-не, он не был на первом месте. Я как раз сказал, почему это так странно. Угу, вот. Вот, вот и оно. Сюда. Блин, ну... Тит Ривендал, я не думаю, что мне пригодится. Блин, а вот, кстати, это хорошо с перерождениями, но у меня вот нет перерождений. Яд получает, так, механизм дракон. Раскалыватель душ, перерождение, начало боя, ваше существо нежить получает перерождение. Теория, вещь неплохая. И мы, наверное, возьмем, продадим, вот, допустим, вурдалак. И повысим таверну, его возьмем. Вот этот топ будет. Бам-бам.
Блин, ну мне все равно триплета нужны. Смотри, чуваков. Че такое? Че за гадость? Блин, скелет. Ну ладно, я скелет самого первого, типа, не взял, так что сам виноват. Но как бы выдали, типа, его еще раз на пятой таверне только, на пятой! Карл! Блин, потому что на шестой кто-то. Как туда попал, блин? Вообще ничего не попал, что ли? Хотя, теоретически, вот самые бафающиеся наборы карт, да, потому что вверх ползал. Угу. Не жить собирал. Через перерождение. Интересный набор карт. Угу. Ага, нормально, те, кто надо, погибли. Вот. Ну хотя тоже плюс один один получит, в принципе. Сойдет. Так, делаем вот так вот и... А, давай действительно от тебя избавимся. Вот давай вот так вот. Так, с перерождением будет кайф. Так, что времени так много. Блин, а че этих личных докторов не помню? Не, они были, но что-то когда я нежить собирал, они не выпадали. Такое ощущение, как будто временами тебе просто какие-то карты не выдают. То есть есть набор карт нежити, но там какие-то из них вычитают. Как это возможно? 89. О, 89. 89. Кстати, если перерождение на него будет прилетать, вообще класс. Но это хорошая карта. Она нужна. О, очень хорошо поможет. Ну, вот, вот эти на разменку карт. Там не сильно нужны. Сити. Блин, Vice City такая большая игра. Ну, может, когда-нибудь в GTA я сыграю старый. Надо еще с каким-нибудь модом. Прикольно. Помню, давным-давно у меня был диск с Vice City, по-моему, Killer Keep, что ли, называлось. Вот, там прикольные темы были. Там вместо Луны поднималась Звезда Смерти. Ну, там очень много по Звездным Войнам было, приколю. Там всякие байки, как будто из Звездных Войн и так далее. Ну, по-моему, еще что-то было. Машина времени из назад будущее точно была там. Из такси была. Ну там, короче, все такси были, как машины Эмильена из фильма «Такси». Блин, что-то еще было. Ну, мне кажется, больше всего там «Звездные войны» были. Не жить, да? Ба. Что-то вижу я проблемы. Я тут сливаю. Жесть. Ну ладно, хоть одни звездочные остались. Мы, блин, с ним что-то сделать. Че-то жесть. Ну да, улучшились. Плюс один к атаке всем. Ну, неплохая тема. Блин, ну и самое проблемное, то, что у них там все барьеры есть. Хорошо, когда есть что разыграть. Хорошо, а ты не выдаешь то, что разыграть можно, блин, а? Вызывает одного вечного рыцаря. Угу. Да. Согласен, от таких надо избавляться. Вот тебе золотой. Это бесполетная зона. Так, а что тут? А, это с перерождением. Так, разберемся. Рождение предсмертных рип. Подожди, а у меня Ривендал не было? Или это уже в другой пачке было? Оба-на! Нормас. Как бы я сейчас бы не отлетел. С такими приколами. Бля, она одного призывает. Да, Ривенделл нужен.
Или не нужен. Что-то там тихо. Эмилена... А, подожди, Эмилен полицейский. А, ну Даниэль, значит. Точно, точно. Ну, вот. Так, ну это последняя партия, да? Да. В том времени на остальное не будет. Блин, сдался, что ли? О, нормально, дважды сдох. Но, блин, я не чувствую победу. Есть гораздо более жесткие враги. Угу. Подожди, она считается, что погибла? Сейчас посмотрим. А, существа с перерождением считаются, блин. Вообще кайф. Как раз то, что тебе надо. Чародейство до конца хода делает золотым другого вашего пирата или нагу. Прикольно, но не то. Вообще не то, блин, все. Пират или нагу. Ни тех, ни других нет. Так. Ну, вот, в принципе, ее можно взять. Там. Что ты там одно левое будешь делать? Угу, 2-7. Накидывание 2-7. Ну это просто баф, по факту. Можно взять. Не, ладно. Меня другие карты интересуют. Меня. То, что доктор прописал. Х6. Так, у нас что? Так, ну этот огребал. Угу. Ну посмотрим, я думаю, мы примерно равны. Так держать, не сбавляй обороты. Так у тебя какая-то дичь. Ты чем сражаешься вообще? А, походу не смог собрать. Ну типа... Да, бля. Ага, Филиат погиб. Да что такое? Блин, я с тем остался. Может меня победит? А, так снова упал. Так, ну предсмертный хрип. Ну, тут один вечный рыцарь. Не, думаю, типа не наш вариант. Хотя возьмем. Бафнем. Давай тебя. Это моё. Так, нормас. Так. Ну, я еще одну карту могу взять. Ты не нежд? Угу. Чего-то дельного нет, блин. Еще не личный доктор. Блин, ну, в принципе, взять-то можно. То есть это тоже такой прирост. Но, блин, у меня прирост гораздо меньше, чем у них вроде бы. То есть он у меня есть, но вот как бы недостаточно. У него же там что-то какие-то существа под барьером 30 были, блин, если не больше. Сейчас 5 миллиардов, 5 миллиардов там еще что-нибудь.
Мой танк просто не вывезет. Вечная предавательница. Я ревендала, если бы давно бы завезли. Так, чё у него там? Не, они просто танки. Ну, они с перерождением там. Угу. И... Так, а это чё, божественное перерождение? А, он просто... А, ну он через сестру... Да, через сеструху. Это, типа, выигрышная комбинация на не жить. Тут без шансов. Не, у него хорошие карты, очень хорошие выпадали. Ну, читер, да, на тебя, видно, блин, что творит. Ладно, давайте. На сегодня все. Читеры-донатеры меня победили, но на скиллухе я неплохо вылез. Последний, по крайней мере. Вот. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Макс. Давайте. До скорых встреч. Еще увидимся. Пока-пока. Сегодня ночью. Я буду заставлять делать страшные вещи. Так что еще свидимся.